Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я буду заниматься упаковкой картины для перевозки в Швейцарию. Перед вами сама картина в раме. Прежде чем завернуть картину, я проверяю углы на сколы, повреждения. И если я вижу, что углы повреждены, то для этого у меня есть специальная вот такая паста фирмы Leon Art Service, итальянская, черного цвета. То есть они есть разного цвета. У меня целый набор этих затирок. Вот, пожалуйста, разное золото, серебро разных оттенков. Вот, и есть фирма Goldfinger, дальние роллеры. Это помогает удалить повреждения, спрятать углов рам, к сожалению, это достаточно частое явление. Затирается все это обычной тряпочкой. Паста густая, берется паста. Выдавливается чуть-чуть на тряпочку. И наносится на поврежденный угол. Она очень быстро высыхает. В принципе, ничего страшного в том, что углы повреждаются, нет. Это очень частая при транспортировке ситуация. Не только при транспортировке, вообще при использовании. Вот. Первое, что я сделаю, это соберу уголки. Их нужно 4 штуки. Они универсальные. Уголки антенк из картона. Подходят на большинство рам. После того, как углы подсохли, одеваются уголочки защиты. Далее берется калька. И работа берет обычный скотч. Небольшими кусочками аккуратно подклеивает. Если еще кучу не хватает, мы нарезаем еще. На таможне работа моя является культурной ценностью, поэтому надо быть готовым к тому, что на таможне она будет полностью распакована и осмотрена таможенником. Поэтому рассчитывать на то, что вашу работу упакуют так же аккуратно, к сожалению, не стоит. Надо быть готовым к тому, что работа будет скрыта и осмотрена на таможне. У меня есть сопровождающие документы, полученные в Министерстве культуры. Они сейчас делаются в электронном виде. Вы их сами распечатываете и прикладываете к отправлению. Выглядит это следующий этап упаковки. Это
воздушно-пустырьковая пленка. Я оборачиваю работу несколько раз. У меня уже подготовлен кусок пленки, фотографии, картины на внешней стороне. Это делается для удобства, потому что работы были на выставках, в музеях, в том числе, когда работ много. Это ускоряет упаковку картины. Также все упаковываем воздушно-пузырьковую пленку скотчем. Сначала фиксируем с этой стороны. Потом по краям. Скотча много не надо. Нужно просто зафиксировать упаковку, чтобы она хорошо чтобы упаковка не давала картине перемещаться по ящику во время транспортировки. Ящик я подготовил из фанеры. Края фанеры сделаны из планок толщиной 1,8 сантиметра. Боковины сделаны из фанеры 0,3, самой тонкой фанеры, которая есть, миллиметра. И там же эти боковины проложены еще пеноплексом, что как бы смягчает и защищает живопись. Так, все. Упаковка работы завершена. Это альбом 15 года размером 29,5 на 24,9. В толщину она 2,6, и вес у нее почти 2 килограмма. Итак, я подписываю альбом.
далее упаковываю работу, как альбом уголками защищаю. Одеваем пакет из воздушной пузырьковой пленки. Пакет скотчем. Идут документы, благодарственное письмо и ярлыки цветные для коробки. Значит, благодарственное письмо. Подписываю. Оно распечатано на принтере. Печатаю еще конверт. Печатаем. Письмо готово. Печать больше не нужна. Так, берем. Кладем проверяем два договора
здесь мы кладем в папку. Готово. В этой посылке пойдет альбом 2009 года. Вес его 500 грамм. Значит, габариты 31,6 на 23,3, толщина 4 миллиметра. Упаковываю я это. У меня осталась упаковка от книги «Озон». Полученка по почте, очень удобная. Сюда вот так вот помещается книга. Все это заворачивается в картон. Далее скотчем фиксируется. Для того, чтобы не вскрылось. Вот тут места фиксирую. Обычно они просто полосой фиксируют. Одно единое. Я просто столько скотча, считаю, не нужно. Так, все. Все предметы подготовлены. Так. Теперь смотрите, из чего сделан ящик. Это у меня 4 заготовки на боковин. Вот, значит, боковины сделаны из фанеры толщиной 1,8 миллиметра. Значит, у одной планки 51 высота, ширина у них 12 сантиметров у всех, у второй планки 37 высота. Также есть подготовленные 2 листа фанеры размером 51 на 41 для финального сбора ящика. Вот трафарет. Для того, чтобы нанести по трафарету вот такую надпись, понадобится... Я использую Kimtech. Полончик аэрозольный красный. Очень удобно. Быстро это делается. Итак. Собираем ящик. Ящик у меня вот такой. Здесь внутри уже лист пеноплекса выпиленный под размер. Вот есть такая ручка. Вот, то есть это сторона, которую на таможне можно будет разобрать и увидеть, что находится внутри. Так, приступим. Сначала я кладу книгу «Белый город». Потом кладу картину.
Она входит сюда довольно плотно в упаковке. Картина. Документы. Книгу. Повреждений смягчаем от ударов. И крышку фиксируем. Прикрепляю фотографию изображения картинки. Сопровождающие документы с экспертным заключением о том, что картина является культурной ценностью для прохождения растаможки, идет во внешней стороне посылки. В принципе, ее можно закрепить скотчем к ящику, прикрепить, либо просто проводить в почте, отдав курьеру. Все, всем спасибо за внимание.
Так выглядит ящик, готовый к отправке. Сейчас получила, все прекрасно доехало. Тут конвертик с документами. И где-то я видела зелененькое. То есть все, свиспост. Не надо ничего. Ну, в общем, что на ввоз все пустили. И ничего я даже не платила. Слава Богу. Ничего не повреждено. Все целое.